каком году прошли первые зимние Олимпийские игры, что означают кольца на официальном флаге крупнейших международных соревнований, кто был талисманом летних Олимпийских игр в Москве в 80-м году. Мальчишки и девчонки из летнего профильного клуба теперь с уверенностью могут дать ответы на эти вопросы. Каждое лето Дима Белоусов приезжает в Саров на каникулы к бабушке и никогда не пропускает увлекательные смены профильного клуба. Ты больше узнаешь о мире, что, где что придумали. Ну, и мне это очень интересно. Спорт, танцы, рукоделие, бассейн. У ребят из профильного клуба молодежного центра нет времени скучать. После викторины, посвященной Всероссийскому Олимпийскому дню, они отправятся на занятия по современной хореографии. Танцуем, мы ходим в спортзал, мы занимаемся творчеством. Я сюда уже давно хожу, у меня здесь есть много друзей, поэтому... Мне здесь интересно. Летние каникулы могут быть не только веселыми, но и познавательными, уверены организаторы профильного клуба. Важное место в программе смены отведено изучению точных наук. У нас проходят занятия по нестандартной математике, где они решают олимпиадные задачки. Также у них проходят занятия и по эксперименты по физике из подручных различных средств. Летний профильный клуб существует 5 лет. В этом году в молодежном центре оздоровятся, отдохнут и получат много новых знаний 2 смены ребят. Дарья Цапарыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.